Сейчас будем делать на кухне ремонт. В смысле? Какой ремонт? Что началось-то? Нормально же сидели. Не хочу убирать эти пятна от краски. Я к ним уже привыкла. Мам, может пора уже поменять эту зарядку на новую? В смысле? Так это же еще рабочая. Мам, нас Иванова позвали в гости. Мне надо новую рубашку, потому что в этих всех я уже ходил. А я решила надеть свое счастливое платье. В нем я познакомилась с твоим отцом. Получила 5 по алгебре. Вдруг и сегодня мне повезет. Мам, ну сколько можно с 6 айфоном ходить? Он уже давно устарел. Ага, у меня там все контакты скачаны, все приложения. И фотографии, где ты был маленький, смотри. Вот, на горшочке сидишь. Мам, представляешь, в Макдональдсе выпустили новый Биг Мак Бекон. Впервые за 50 лет они изменили его рецептуру. Как хорошо, что он изменился. А то надоело есть одно и то же. А мне нравится старый Биг Мак. Понимаешь, что это классика. И если они изменили рецепт, то это уже не Биг Мак. Ты что, до сих пор сама моешь посуду? Ну да. А у нас посудомойка. Ольга Тимофеевна, так хорошо, что вы приехали. Сынок, фильм 18+. Поэтому в некоторых моментах я буду закрывать тебе глаза. Так, сейчас я открываю тебе глаза. Ничего страшного там не было. Он просто отрезал ей голову бензопилой. Ну все, сейчас докрашусь и пойду в спортзал. Конечно, крашусь. Там знаешь, сколько мужиков на меня пялится? Девушка, тренажер освободить, сколько можно. Не буду больше с тобой на плюшках кататься. Так, заткнись и тащи. Мам, зачем ты мне всякие гифки в WhatsApp присылаешь? Я их все равно не читаю. А я и думаю, чуть ты меня даже с яблочным спасом не поздравил. Йо, камон, чувак, как насчет сегодня круто затусить после уроков? Опять как в прошлый раз пазл собирать. Это не прикольно. Блин. Вот зашквар. Я уже все подготовила. Мам, не обижайся. Отстань. Да ладно тебе. Я тебя воспитывала, рожала, а ты мне лайк на фотку в инсте поставить не можешь. Закончилась! Я не буду... Ну и че мы орем, как дебилы? Я не ору. Я не дебил. Зарегистрировалась, значит, я тут на сайте знакомств. Посмотрю, какие у нас мужчины в Сибири. Девочки, они не знают, что такое фотошоп. И он такой весь красавчик, такой с прыщами сфотографировался. Так хочет сказать, слышь, чувак, блин, я боюсь, я тебя не узнаю при встрече. Ну, у него же прыщи заживут и вырастут на каких-то других местах. И ты такой, у тебя же прыщ был на носу, а сейчас его нет. Может, это была не твоя фотография? А некоторые прям не заморачиваются, прям вот как брились, так и сфотографировались. А может, это вместо снэпчата? Ну, типа, у нас зайчики, собачки, а у них вот, ну... Все, альфа-самец в деле. Он просто небейший крутой. А, во, у некоторых вот такая фишка. Сфотографироваться против света. Не, ну пацаны, вас что, не учили фотографироваться лицом к окну? А это он улыбается. Улыбается так. Это какая тут рабочая сторона, девочки, мы заморачиваемся, рабочая сторона. Нет, подождите. Это какая-то ошибка. Это просто их неудачные фотографии. Сейчас я зайду к ним на страничку и посмотрю, наверняка там есть фотографии получше. Были их самые удачные фотографии. Будь здорова. Спасибо. Алло, братан, здорово. Нет, я не поняла, а ты что в туалет сходил и за собой не смыл? Ну что, ты новенькую Катю-то уже видел? А я кашку сварила. Ложечку за маму. С ней в кино уже договорился сходить. Сынок, ты говорил, не можешь найти своего плюшевого мишку? Я тебе его нашла. Ну что ты обновление скачал? Сынуля, тебе бабушка новые носочки связала. Примерь. Ну-ка, пиццу, колу закажешь, танцуем. Зачем так пахнет подмышками? Ты мылся сегодня или нет? Ну я с ним славлюсь, по базарю. Сынок, а ты маму любишь? Я перезвоню. Ну конечно. Саш, слово. Мам, слово.
Саш, слоумо! Пельмени кипят в кастрюле. Достань и поешь. Мам, я хочу кушать. Пельмени в холодильнике. Возьми и свари. Мам, я хочу кушать. Пельмени в магазине, а деньги на столе. Мам, я есть хочу. Пельмени в магазине, а деньги на работе. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Мам, ну что за неделя такая? На каждом уроке к доске вызывают. Да не расстраивайся, сынок. Наверное, просто училка докопалась. Спасибо, мам. Мам, я тут нашел твои старые видеокассеты. У нас случайно дома нет видеомагнитофона? Хотя, чё там не видел? Проверка счетчиков. А взрослых нет дома. Мам, а ты вообще что-нибудь не делать собираешься? Ну конечно, я вон уже в телефоне всю память почистила, 30 фоток удалила. О, сейчас еще в Инстаграм зайду, комментарии почищу. Ну смотри, не уработайся. Ну что, внучек, как ты себя вел в этом году? Хорошо. Ну ладно, вот тебе подарок. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первым.